Более 350 участников из 28 городов России, от Калининграда до Тюмени. В Чебоксарах состоялась всероссийская конференция «Роль специалистов сестринского дела в реализации национальных проектов». Медицинские сестры, как всегда, на передовой. Большая часть заботы по уходу за пациентами ложится на их плечи. Поэтому так важно, чтобы каждая медсестра чувствовала свою сопричастность к процессу перемен. Чем лучше жизнь, тем больше, соответственно, новых требований к нам, к медицинским работникам. Исходя из этого, мы постоянно должны меняться. Это ключевое такое слово — меняться. И соответствовать запросу наших жителей. Низкий вам поклон. Хочется пожелать успехов, удачи в вашей деятельности, ну и благословения Всевышнего. На повестке дня лучшие практики сестринского дела в регионах. 25 докладчиков и 25 новых подходов в организации многопрофильной помощи и лечения пациентов. Среди участников – коллеги из-за рубежа. Базой проведения конференции стал Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, уже выстроивший за 10 лет существования свой алгоритм работы. Мы перенимаем не то чтобы опыт, мы берем все то, что, может быть, мы хотели бы внедрить у себя в работе. То количество, которое проводится вмешательство здесь, на территории этого учреждения оперативных вмешательств, оно еще тогда впечатляло. Сейчас, конечно, с каждым годом темпы наращиваются. Проект «Бережливая поликлиника», работа модульных и мобильных бригад, внедрение высокотехнологичной медицинской помощи, создание реабилитационных технологий. Все это невозможно сделать без медицинских сестер. На самом деле эмоции переполняют. Переполняют то чувство, доброта, любовь, которая вложена в это дело. Потому что на самом деле люди, которые разносторонне ставят свои, ну скажем так, ставки, наверное, что ли, на дело, включая вот главного врача этого учреждения, он действительно очень грамотно выбрал подход разносторонний во всех направлениях. Это не только врачи, но это сестринский персонал, младший, потому что если система будет, она замкнута, и работа, действительно будут результаты. А цель у нас одна – пациентоориентированность. Сегодня в медицинских учреждениях республики трудятся 12 240 медицинских сестер. Без них трудно было бы говорить о полноценной помощи и поддержке больных людей. Наталья Мальчикова, Вадим Владимиров, Республика.